просто передо мной, я не люблю подхалим. Я очень не люблю. Михаил Саакашвили затейливо обругал чиновника одного из райсоветов Одесской области. В Килийский район экс-глава региона отправился с инспекцией и решил проверить, как там отремонтировали кусок дороги на трассе Спасская-Вилково. Тут-то эпатажный политик и схлестнулся с Павлом Бойченко. Послушайте, давайте правду о Вейтоне, что ли, за. Мы приехали к нам в район только после того, как мы сказали, что перекроем дорогу. Ты мне ноги лизал, милый тому. Ты мне ноги лизал. Вот таким стал аргумент Саакашвили на все выпады председателя райсовета. А началось все с того, что бывший президент Грузии вздумал немного похвастаться, мол, деньги на ремонт трассы у государства выбил именно он, а местные власти до сих пор работают абы как и не сдали участок в срок. Тут Павел Бойченко и припомнил Саакашвили все его промахи, включая коррупцию, а в ответ узнал, какие именно части тела бывшего губернатора ему, оказывается, нравились больше всего.